95-летию образования Иваново-Вознесенской губернии Почта России выпустила юбилейные конверты и памятный календарный штемпель для гашения. Тираж специальных конвертов – 500 тысяч. На них изображен историко-краеведческий музей имени Бурильна. Процедура спецгашения в нашей области уже традиционна. Без внимания не остаются крупные юбилейные даты. До 30 июня каждый желающий житель города Иваново может прийти на Ивановский почтамт и провести гашение, после чего юбилейный штемпель будет уничтожен и конверты приобретают историческую ценность.